В этих отстойниках, в прошлом принадлежавших заводу «Химволокно», расположенных как раз на берегу реки Листвянка, уже закопано огромное количество бочек с просроченными пестицидами. Привозили их сюда фурами со всех регионов страны для того, чтобы уберечь свой родной край за счет Рязани от вредных отходов. На 90% есть разрешение у этого владельца, этого объекта, на получение лицензии. Ему осталось собрать только подписи, которые он уже успешно собирает. Если, не дай бог, какая-то эта гадость прорвется при нарушении технологий или что-то еще, да? Бочки гниют, они же... Да, это все гниет, естественно, да. То это природа не установится никогда. Это все доказано. Сегодня ученые-экологи пришли к полигону не с плакатами. Они принесли иконы в надежде, что высшие силы помогут Рязани избавиться от ядовитого поля и людской жадности, граничащей с преступлением. Помоги нам действовать с твоим сознанием на этой земле. Помоги нам возродить все то, что погублено. Ради денег, ради Чистогана он готов отравить нашу землю пестицидами и радиоактивными отходами. Господи, спаси нас, спаси наших детей. Но когда люди науки поднимают руки к небу, стало быть, точно дело дрянь. Власти должны срочно, раз и навсегда, решить вопрос с полигоном. Безусловно, мы хотим возродить эту землю. Мы хотим, чтобы она была и для наших потомков благоприятной средой обитания.